Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Андрей Федотов. Длительное время я работаю в компании ADEMS на должности начальник производства. И сегодня мы поговорим с вами о том, чем отличается станок ADEMS PRO 2 от обыкновенного точила из магазина. Рынок заточных услуг диктует свои требования, предъявляемые к заточным станкам. Это минимальная вибрация, отсутствие шума, длительное время работы без перегрева, наличие манипулятора и наличие зажима. Сейчас мы подробно рассмотрим, чем отличается станок ADEMS PRO 2 от обыкновенного точила из магазина. Длительное время наша компания производила опытным путем отбор поставщиков и предлагаемой продукции их точил. Все они находили в себе отклонения. На данный момент мы остановились на поставщике, который удовлетворяет нашим требованиям, и работаем с ним. При получении точила со склада мы приступаем к его предварительной диагностике. Мы его подключаем, проверяем на шум, вибрационные характеристики, нагрев, а также проверяем замеры биения по радиусу посадочных мест. После предварительного отбора точил и диагностики мы приступаем к работе с ними. Разборка включает в себя демонтаж опорных фланцев подшипников, снятие и анализ ротора и замена подшипников. Мы осматриваем статор на наличие внутренних повреждений. Внутри фланца опорного мы осматриваем целостность распорной пружины и наличие внутренних раковин. Это обязательная процедура для каждого точила. Подшипники снимаются, они установлены заводом-производителем и не отвечают требованиям, которые мы предъявляем к данному типу точил. Еще хочу заметить важную особенность. Это наличие балансировочных грузиков. Вот они с двух сторон. Если точило излишне вибрирует, то ротор мы отправляем на балансировку. Это повышает качество точила. Все поверхности обезжириваются растворителем. Это посадочная поверхность подшипника, места посадочный подвал и места стыковок фланца и корпуса статора. Замена подшипников мы производим на подшипники фирмы FAC. Они зарекомендовали себя значительно лучше, чем остальные подшипники, предлагаемые другими поставщиками. При замене подшипников мы используем фиксатор резьбовых соединений для того, чтобы в посадочных местах, как по внутреннему диаметру, так и по наружнему, не оставалось свободного места. И подшипник сел по всей площади поверхности на свои посадочные места. Проверка электрической части также включает этап устранения и выявления неисправностей, допущенных заводом-поставщиком. После сборки подшипников и установки фланцев мы проверяем индикатором часового типа радиальное биение валов. Значение соответствует 0,1-0,3 для несколько точек касаний на всей длине вала с двух сторон. Все результаты замеров отмечаются сборщиком в чек-листе. После проверки мы переходим к следующей процедуре. Это установки разрезного медного кольца для компенсации дефектов поверхности опорного подшипника и торца втулки. Далее мы устанавливаем втулку на вал на фиксатор для того, чтобы ее четко и жестко зафиксировать на валу. Наносим необходимое количество и сажаем ее. Далее мы одеваем вторую втулку на первичную втулку и фиксируем ее. Все делаем с двух сторон. В таком виде точило готово к шлифовке опорных поверхностей. И сейчас мы посмотрим точило после перешлифовки. Мы получили точило. В первую очередь мы осматриваем его на наличие сколов, царапин по корпусу или опорной поверхности.
а также замеряем размеры биения на втулках с двух сторон. Далее мы приступаем к монтажу разъемов на задней поверхности опоры точила. Их монтируем сверлением двух отверстий. Разъемы применяются промышленного назначения. Они очень устойчивые ко всем воздействиям механического характера и электрического характера. Важные условия проверки качества шлифованной поверхности – это замеры индикатором часового типа. Мы замеряем поверхность на втулке и на первичной втулке. Значения должны быть не более 0,03. Следующее действие – это монтаж точила на плиту. Важные условия – это замер высоты от плиты до оси точила. Выбрана должна быть идеальная параллельность и точность по размерам. Манипулятор, собранный на промышленных подшипниках, обеспечивает плавное и свободное перемещение на всей длине хода относительно оси точила. Помимо монтажа разъемов на задней части опорной поверхности, монтируется и пульт управления на передней части, который обеспечивает включение и изменение скорости вращения при использовании частотного преобразователя. Все манипуляции техпроцесса модернизации и усовершенствования точила фиксируются в чек-листе, где заносятся необходимые параметры, фактические значения, а также фамилия исполнителя и талон качества прикладывается. После всех усовершенствований точила проходит функциональные испытания, иначе их можно назвать ресурсными испытаниями, при которых проверяется пригодность точила к использованию по его назначению. После ресурсных испытаний на точило наклеиваются стикеры гарантии и другие наклейки, обозначающие принадлежность данного станка. На ответственных деталях нанесены логотипы и необходимые маркировки, подтверждающие подлинность производства компании ADEMS. Это еще не все. После того, как прошли ресурсные испытания точила, происходит монтаж кругов на профиксы и их алмажение или правка алмазным карандашом для того, чтобы клиент смог воспользоваться точилом сразу при получении. После проверки работы точила с частотным преобразователем данный станок готов к упаковке и отгрузке клиенту. Это точило передается на склад для комплектации необходимым комплектом и упаковки. Дорогие друзья, благодарю вас за просмотр. Если у вас остались вопросы, очень ждем их на телефоны, которые указаны ниже. Приятной работы на нашем оборудовании!